посмотрел разные толкования. На самом деле, как мне кажется, как мне думается, хотя я не являюсь специалистом в библеистике, здесь все очень просто. Речь идет о том, что Господь предлагает построить ему храм впервые за еврейскую историю. «Я не жил в доме, — говорит Господь, — с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня не переходил в шатре и в скинии». То есть речь идет о том, что с самого начала истории евреев как организованного народа, как большого сообщества людей, не было у Господа храма. Исход из Египта – это, в общем, начало свободной еврейской истории. Тем более, что в Египте возможностей для строительства храма, конечно, не было. И вот так говорит Господь, подразумевая самое начало этой истории, говоря о том, что вот за все время этой истории храма не было. Здесь имеет место, если хотите, художественное слово, и здесь не сказано о том, что когда-то якобы был храм, потому что подразумевается начало истории, до которого ни о каком храме речи быть не могло.